То есть первый раз ты нас обманываешь? Ты дурак, что ли, монеточный? Да отвали ты за своей монеткой! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Уга-Буга, Чёрное Жерло, Шрек, FM-Zoom и Тучка, Матвейчикс. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Здорово. Всем привет. Здравствуйте. Ребята, у нас сегодня очень классная рубрика, потому что я буду играть за аниматроника, а пацаны должны меня замочить. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, пацаны, дайте мне немножко времени, чтобы я убежал от вас подальше. Да, конечно, Дим. Три. Два. Один. Битва началась. Ничего, шариков. Ну ты злой. Я буду очень жестко сразу говорю. Я буду пацанов так мочить, как никогда. Главное, что они себя мочат. Это очень хорошо. Так, двери закройте. Это моя пиццерия. Это наша. Это моя. Все, мы захватили. Мы люди, которые... Отлично, 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 ребята. Да блин, двери закрывайтесь. А, граната! Вот это не жестко мне мочит. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное, веселое. И делаем это с классным настроением, что самое главное. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Правильно, пацаны. Так, давайте здесь повыживаем. Мне нравится эта часть карты, она очень крутая. Так, сейчас я их заманю сюда и буду всех мочить. Кстати, вы мне уже вынесли очень много жизни. 3000, больше 3000 жизни уже вынесли. А у меня всего по 10 тысяч в каждом аниматронике, который буду брать. Но если прям пацаны будут жестко мне мочить, то я буду брать аниматроника, где по 20 тысяч жизней. Он в туалет зашел. Я в туалете, пацаны. Да ну, ах ты, туалетная. Если они меня в течение 4 минут не убьют, то я выиграю первый раунд. Время пошло. Мы убьем. Я вижу. А нет, я не вижу. Набирали разное оружие. Тут подарок есть, Дима. Ой, бочка. Класс. Блин, увидели. Есть, молодцы. Кинули красные гранаты, мне это нравится. А где он? Сообщите. Ай, больно. Ай, закидывают. Жизни тратятся у меня очень сильно. Мы же говорили. Ай, надо валить! Ты чё, офигел ты, гранатометчик, я тебя убью сейчас. Он не здесь, он там. Я вижу, всё, отлично, я убегаю. Блин, это что, тупик? Я сам себя в тупик загнал? Да, конечно. Эй, надо валить отсюда, надо валить быстрее, потому что я чувствую, здесь я сольюсь. Он не в детсаду. А где я? А ты там. А ты вот в туалете сидишь там. Во, отлично, отличная нычка, ребята, смотрите, всё. Нычка. Так, ну как, я не в нычке, я прям в открытой местности. Так, минута уже прошла, как я выживаю. Еще 3 минуты, если пацаны меня не могут убить, то все. Это 7 человек против меня одного. Но есть большой плюс мне, потому что я выбрал большую карту, и здесь сложнее меня найти. Я знаю одно оружие, которое моментально меня могло убить. Это есть миниган шестистволка черный. Он просто выносит жизни мгновенно. Я знаю, я ее взял. А, ну все, я тебя первого убью. Да, ребята, будем мочить. Ладно, буду выходить, потому что пацаны что-то совсем слабо играют. Да, спрятался. Я не заныкался, вы видите на ролике, я вообще не прятался, я был в открытой местности. Просто карта гигантская, и тяжело меня найти. Все-таки мы слепые. Так, вот тут тоже хорошо можно постоять, переждать. А вы где ищите меня вообще? Я вам подсказываю, я там, где шарики, вот этот детский сад. Там, где луна. Мы тебя в первом зале искали. Да? Да. Поверишь, не поверишь. Я вижу, бегает. А! Ты чем стреляешь, негодяй Иванович? Скатывайся на... Ай, надо валить! Я тебя убью! Я тебя не подпущу. Опа, первая жертва пошла. А! Блин, посоветовал этот вонючий пулемет на свою голову. Всё, на тебе. А, касса, жоп. Береги голову. Прощай, гномик. Надо валить. О, я знаю, куда надо сюда забежать. Куда я не могу бежишь? Сюда забежать, я не могу забежать туда. Я сильно здоровый. Смотришь, Дима. Да, ты не смотришь. Блин, это единственный отлично. Ролик,
Там, где нельзя использовать его вот это оружие. Не, можно использовать, что нельзя? Нельзя только пригвождать. Ты шо? Обижаешь. Ай, тут ступенька вонючая, не могу на нее подняться. Да. Чё за баг? А чё за баг со ступеньками? Привет. Ай-яй-яй, пули-пули от бабули. А, шары вонючие. Есть, я нашел выход. Я нашел выход, надо валить оттуда, пусть они друг друга могут. Нет. Шкеримся, шкеримся до последнего. Отлично. Переотдыхаем. Голубчик, гусь вонючий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя убью. Отлично. Отлично, отлично. Ты. Пулеметчик вонючий, иди сюда. Я не могу тпхаться? Блин, это аниматроники, они не тпхаться, не могут вставать невидимыми. Ааа, жизнь кончается. Еще, наверное, минута. Я не засекал время, но приблизительно еще минута, я выиграю. Отлично, я немножко время выиграл. Так, пока тянем время, добежим. Тянем время. У меня, кстати... Шрек, где он? Где он? На спины. Он не видел меня. Паду. А! В шариках. Отлично, я там тоже вижу. А, в шариках, он шарик. А, пять! Надо валить. Ну да, я ж в орке спустился. Вижу, он там, где... И слов нету, да? В одном из них лабиринт. Да. Отлично, вот тут сзади, Матвей. Довалить, надо валить. А, это ступенька тут высокая. Отлично, отлично. Ну что, ребята, первый раунд я затащил. Пацаны не смогли меня вынести. Раунд номер 2. 1-0 пока что. Так, беру другого аниматроника. Раунд номер 2. Погнали. Только скажи сразу, где ты? Я? Да. Он в детском саду? Я в начале карты. Не-не-не, я там, где магазины, вот слева и справа. Он открыл дверку. Или кто это? В начале. Я в начале, да. Прям в начале. Вижу. Вы кидаете гранату. Ай, попали. Надо валить отсюда. Он в магазине? Я в магазинах, как я и сказал, да. Я не обманываю вас. А, он в левом магазине, вон где пердежная граната. Да, я пердежная граната. Ой, выпь. Отлично, ребята, отлично. Все, я зашкерился. Так, закрываем двери. Закрываем двери. Все, мы сидим здесь. Ребята, вы наоборот себе закрываете это. Да, вы когда красные гранаты, кстати, в этом случае, они, во-первых, очень мало жизни отнимают, и вы не можете потом проходить. У нас очень много классного оружия, у нас реально очень много классных оружек. Но вы что-то их, наверное, про них мало знаете. Я нашел оружие, которое можете убить. Да? Димас! А, нет, Матвейчик. Димас на складе. Вот это веселье. Так, засекай время. Я уже минуту повыживал. Давайте. Три минуты у вас еще есть. Опять ты в туалете прячешься. Ну я, блин, могу вам сейчас сказать одно оружие. Но вы его будете просто использовать и убивать меня постоянно. Давай, говори. Не буду я говорить. Вы должны сами догадаться за это оружие. Ай, закидали тут все вонючками своими красными. Воняет. Так, отлично. Стоим, шкеримся. Не закидывайте красные гранаты. Не красными пользуйтесь, голубыми. Да, Так, я отлично, вижу. Отлично. Вы меня видите? Нет. Нет. Мы тебя не видим, мы не знаем. Просто слепые. Привет. Отлично. Он на первом этаже в левом магазине. Сейчас, ребята, если этот раунд я выиграю, я им скажу это оружие. И будут они его использовать. И, конечно, они меня убьют быстро. Что ты тут делаешь, Бенди? Иди в свою игру. Че вы такой кидаете мощно? Отлично. Да, отойди! Вот это веселье! Так, в другую часть карты валю. Шары. Так, сюда, быстрее. Блин, классно выживать за аниматроника. Но есть, конечно, большой минус, что их семеро. Вот зато большой плюс, они не могут меня убить. Семь человек не могут меня загасить. Умри! А, вот это откинуло, ни финта себе! Ты, пулеметчик. Он в магазине. Все, ты, мы его убьем сейчас. Бенди. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо валить. Так, вы меня уже вынесли. 3400 жизней. Он в правом магазине. Он на втором этаже. Втором? Ах ты, крыша. Ха-ха, это стекло. Ой, стекло через стекло мочит. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах, да ну нафиг, вы что делаете? Надо валить! Шрек, ты сам пришел. А, все, я убежал. А, нет, не убежал.
А я не могу прыгать, я ничего не могу. Блин, я застрял здесь! Есть, я вышел. Сам под пули встали. А что? Друг друга мочат. Не знал, что так будет. Так, у меня осталось 2700 жизней. И еще у вас есть 7-9. Еще 2 минуты. О, оружие выиграл. А что это за оружие тухлое, блин? Воняет оружие, это бачка. Не о, привет. Под пули, пожалуйста. Как у тебя там хп? У меня осталось 2040. А, граната! Что, офигел? А-а-а! Нет! Нет! 1500! Быстрее! Ну все, ребята! Второй раунд я тоже, в принципе, выиграл. Сейчас делаем, короче, третий раунд. Я вам дам 5 минут и скажу оружие, которое можно еще брать. Вы, в принципе, могли бы сами догадаться его брать. Так, ну что, ребята, третий раунд. Я забыл вам сказать, что... Даже, наверное, не забыл сказать, вы просто сами не догадались. Можно было ж монетку брать. Монетку? А, так могут... Монетку? Я могу только я ее брать. Да? А, ну все, так это даже и к лучшему. Ну все, я взял, короче, ребята, более медленного аниматроника. Ну раз ты сказал, Дима, можно монетку использовать, хорошо. Три, два, один. Третий раунд начался. Ребята, я думал, он будет, конечно, посложнее мне выживать, но что-то очень легко. Давайте инфу, я его убью быстренько. Дима опять, наверное, в своем детском саду уходит. Давайте проверим. Да, он закрылся. Дим. Нет, я не в детском саду. Да, а что ты говоришь? А, я в туалете. Да. Опять ты в туалете. Я вообще первый раз в этом ролике забежал сюда. Промахнулся. А нет, что-то было попадание. То есть первый раз ты на самом. Ты дурак, что ли, монеточный? Да отвали ты со своей монеткой! Гусанёк! Ну видите, я просто подсказал за монетку. А так бы они бы не догадались. Так, ну что, давайте тогда 3-2. 3-2, я беру другого аниматроника. Так, а нет, это 850 жизни. Давайте что-нибудь пожестче возьмем. Ой, 100 тысяч, мне кажется, это прям читерски будет. Ладно, Дим, пощажу тебя, не буду использовать монетку. Да ладно, можешь использовать. Давай тогда, если ты сможешь использовать монетку, тогда буду ставать невидимым. Без проблем. Все, хорошо. Проблем. Ой, это не миллион. Нет, миллион жизней, миллион жизней. Не. 750 тоже не. Блин, у нас вот есть классный аниматроник. А ну подожди. Ты застрял, что ли? Нет, это уже мало. Сейчас, ребятушки, сейчас мы найдем достойного. Все, 9000 жизней. 3, 2, 1. Битва началась. Ну что, теперь я невидимый. Пацаны, будет настолько сложно, как никогда. Крякнул. Ну что, сложно меня найти теперь, да? Конечно. Где-то спрятался. Не, я на видном месте, кстати. Мне надо просто монеточника убить. Ай. Если монетку не будете использовать, стану видимым. Я сейчас не использую. Так, у нас получается с 12 минут идет. Минута, я уже выживаю. Еще 4 минуты. Все, стал видимым. Так, мочим, отлично. Ой, тут все горит, надо валить. Эй, монтировочник! Блин, я же забыл, что монтировка. Ну я не запрещал, но я забыл, что она есть. Так, очистим карту. Кстати, еще не запретил админский пистолет. Не, админский пистолет точно нельзя, это прям вообще будет легко. Хорошо. Ой. Да стойте, дайте я уйду. Куда? Ну все, давайте, начинаем. А все? Уже? Да. Где это? А где он находится, подожди? Я на вас разозлился очень сильно. Да не надо. Да он слева от спавна. Дайте куда угодно. О, я вижу его. Отходите. Ай-яй-яй, надо валить тут. Я не могу выйти с той части карты. Гусанёк, не попадаешь. Сильно больно, но не попадай. Ох,
Ой. Ладно, я пошутил, я оттуда уже давно ушел. Меня там нету. Я вообще сдалека вас мочу. Ой, упал. Надо быстрее подниматься наверх. Так, отлично. Ого, раскидываются эти бочки. Так, ножичник. Где ножичник, FM-зум? Я вижу FM-зум. Ой, FM-зум, тебя убили случайно. Да, случайно. Ай. Так, где гусанек? Я вижу, он бегает. На тебе! Ну чё, ты вы поняли, где я? Ай-яй-яй! Ого, чё так жизни мало осталось? А чё это за оружие такое было? У меня 1000 жизней, 1600 осталось. Так монетка. На тебе за монетку твою вонючую. Он на втором этаже, где это две двери стоят, он там с первой. Он еще туда стоит. FM-зум, из-за твоей маркировки лагает игра жестко вообще. Да, удаляйте его. Так, еще 2 минуты мне выжить, и я затащил. Но у меня жизни очень мало, ну совсем мало жизней. О, привет. Жестко они меня хотят убить, жестко. Ой-ой-ой, попадаю! Ух ты, что-то гранаты кидают жесткие такие. Это не граната, это лаунчер. Ой! Есть! Ой-ой-ой, у меня вообще мало жизни осталось. 20 хп, ребята. А, ну все, Дима, я там стою, как раз попадали, когда гранатами стреляли. Это я тебя стрелял. Ладно, я пошутил, вы не попадали, у меня 1600 жизней. Первый пошел. Второй пошел, третий пошел. Да нет! А чё я в текстуках застрял где-то? Ты невидимка. Я помню, что по текстуке ты меня убил. А! Зараза, понял, где я нахожусь! Блин! Да он догадался, один из вас! Нет. Я прям за дверной коробкой стоял. Ой, Санёк! Прости, обстоятельства. Понял, коробка. Под горячую руку не попадает. Волочек, мочи их. Ну все, Саня. Это территория войны. Я тебе отомщу. Блин! А блин, прошло 5 минут вроде бы, да? Я выиграл был бы. Ну ладно, будем считать, что 2-2. Все, ребята, решающий раунд. Кто сейчас выиграет, тот и будет победителем в этом ролике. То есть кто убьет тебя, да? Нет, смотрите, если я выиграю сейчас этот раунд, то выиграли аниматроники. Если вы победите меня, то выиграл... Кто выиграл? Я выиграл все равно. Так, 25 тысяч жизней. Давайте, если хотите, без монеток... Мы будем честными, Дима. Все, давайте без монеток. Очень будем честными, Дима. Ну все, давайте, 3, 2, 1. Погнала битва. Ой, а что я? Подождите, что со мной? Это я его заморозил, бейте его, я его... Вы заморозились! А мы его убивать не можем, Ты только зря, ты кот. О! А я все равно живой! А ты где? А я вот, смотрите, хожу, могу убивать вас. Ладно, давайте я возьму заново, потому что это баг был игры. О, вот ты ходишь! Вот. Все, так то я заново появился, я мог ходить невидимым. Все, ребята, валю. Все, 4 минуты запускаем. А, он в садик пошел. Да. Вот там уходы, скорее всего, тут где-то. Отлично, ребята, нагибаем всех. Валим. Так, это у нас сейчас что? Было 17 минут, 18. Дима, я случайно ядерную бомбу взял. Кто мне, блин? Ай-яй-яй. Бесплат. Ты гномик вонючий, если я тебя успел убить. Так, спускаемся. Так, бежи вниз, щупальчник бежит. Сейчас я тут, ребята, битву устрою. Хотят битву, будет вам битва. Ай. Инфу, где? Я прям на спауне стою. Сцена, я там, где памятник этому, статуя. Памятник. Так кто это стреляет по мне? Вижу, бегает челепиздрик. Вижу, да, бегает, есть такое. Ты опять попал? Нет, я телепортировался случайно. Я не буду телепортироваться. Давайте, стреляйте. Я хотел бы друг друга мочили.
Ой-о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 й. Под горячие руки попадают. Слепили, ничего не вижу. Ой, да что творится? Не кидайте флешки. Опять заморозили меня. А зачем ты его морозишь? А если ничего не делать, подожди, я могу разморозиться или нет? Вот так вот. Ну я живой, смотрите, я могу дальше ходить и убивать. Смотрите, вот сейчас убью челика. Он попадает. Я стою невидимо, но убивать могу дальше. Хорошо, пацаны. Это вообще... О! Бабка Грэнни, 5000 жизней, погнали. Веселимся. Сделаем вам небольшую фору. Быстрее, быстрее, быстрее. Отлично, Гусанёк, ты молодец, ты мою работу выполняешь. Да и не твою работу выполняю. Открой двери, если не лох. Хорошо, да. И закроем ее сразу. Да блин, вы чё за... Она не закрывает. Окружили, окружили, окружили демоны. Завали. Зачем вы так делаете? Вот это вообще жизнь. Ой, половина жизни уже вынесли. Бабка Грэнни убегает. За ним. Туда не будем, туда не будем. Так, еще 2 минуты. Наверное, еще минута осталась. Блин, слабак. Так, так, быстрее, 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 быстрее сюда. Я постоянно попадаю. Че, у вас руки все горячие? Не успел, ах, не успел. Ну че, пацаны, я в принципе уже побеждаю. Хотя я взял вообще маленькое, 5000 жизней всего. Вот он. Что значит легко можно убегать? Бабка! У них такие оружия были классные, я даже не буду их даже называть, потому что они сразу мне замочат. Где он? О, я знаю, что надо сделать. Я знаю. Где он? Туда побежал. На склад. Пошли на склад. Отойдите. А в Security Breach не добавили в мультиплеер полноценный или нет? Нет. Да отойди ж ты. Нашел. Ай, жизни мало. Вот это жесть. Так, сейчас мы им сделаем райскую жизнь. Кто видел, куда он побежал? Так. А, нашел. Где он? Нашли, Братья, зараза. Ты меня подрываешь. Да я-то что, ты опять под горячую руку попал. Отлично, так. Он в детском саду. Ой, не танец. На вам, Тим. Ты проиграл. Я ладно, ну давайте ничья будет. Проиграл. Да чё, давайте ничья, ну. Нет, мы тебя убьем. Ну ладно, проиграл. Ли вы. Чё, я буду играть. Если понравилась эта серия, вы хотите ещё, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте на наш Discord. На всем отличного настроения и всем пока.